Всем привет, с вами я, Денис Геймерс, и сейчас я нахожусь в WhatsApp. В общем, буквально сегодня, пару минут назад, мне написали каких-то два неизвестных чела. Один какой-то Руслан Майнкрафтер, я не знаю, под ником Расик, а второй под ником Даник. Вот, в общем, сами видите, кто мне сейчас написали. Вот какие-то, я не знаю, два вот этих вот, я бы так сказал, два козла, можно сказать. В общем, вы сами видите этот номер. Плюс 7 705 511 78 39. Очень странный номер, кажется, это номер казахстанский. Я его заблокировал, он мне, короче, там угрожал. И, в общем, я все, что смог, то и переслал в группу. Посмотрите, что он натворил. Вот, видите, он написал «Ари». Вот, и целая куча матов. Вот этот чел, вот он меня обозвал, и вот какую-то еще карточку мне прислал. Ну, это просто простая малолетка, можно сказать. А если я его разблокирую, что он будет там делать? Я, если что, в полной готовности. Если он даже попытается мне позвонить, то я уже не знаю, что я с ним сделаю. Ладно, разблокую его. Что он там мне сделает? Надо посмотреть. Хотя он как бы ничего не пишет, сами понимаете. Он просто тупо, понятное дело, писал, писал и не написал. Ладно, заблокую его обратно. Блин, жалко, заблокировать нельзя вот по этой штуке. Придется вручную блокировать. И я ему сейчас кину жалобу. Все, я ему кинул жалобу, и контакт полностью заблокирован. Я, в общем, не знаю, кто это такие. Вот этот вот Руслан Майнкрафтер и вот эти вот, как Даник. Ну, вот, я не знаю, Даник или Даник он или нет, но это очень непонятный вопрос. Потому что вы сами понимаете. Я фиг знает, кто это такие. Но, возможно, это те люди, которые мне там, видимо, хотят отомстить. И главное, чтобы один из них мне еще один не написал. В общем, ребята, вот такое небольшое разоблачение на двух еще одних ноунеймов, которые мне написали. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.